Хочу показать вам мамбардику харантию. Это тыквенное растение, которое растет вот как огурец, просто на почве. Можно с подвязкой, можно без подвязки. В данном случае она лежит на земле. Вот плоды. Такие вот красивые, необычные. Так вот, мамбардика — это лекарственное растение, с помощью которого лечится сахарный диабет. Вот, смотрите, плод еще. Сейчас в аптеках даже лекарства продаются. Уколы, таблетки, состав которых почти 100% это экстракт мамбардики. То есть семян берут, делают всякие лекарства. Также есть из плодов, из стеблей, из листьев. И делают всякие лекарства. Говорят, помогает. Так вот, мамбардику сейчас считают, что это панацея при сахарном диабете. Некоторые степени сложности, там точно я не буду вам утверждать, я в этом не разбираюсь, но какие-то виды сахарного диабета вылечиваются. Точнее, не вылечиваются, а залечиваются с помощью мамбардики. В общем, мы ее выращиваем уже много лет. Мы выращиваем с целью получения семян. У нас очень много различных, и для коллекции, много различных растений, в том числе мамбардики. Есть 4 сорта. Это харантия. Плоды можно кушать в кулинарии, а также можно использовать в лечебных целях. Например, для лечения сахарного диабета. Так что, если у вас сахарный диабет или знаете людей, кто страдает на эту болезнь, можете предложить им вырастить мамбардику. Вообще не сложно выращивать. Как обычный огурец. Вот плодик. Сейчас 23 сентября, как видите, плоды есть. Созревать начинает она где-то с 10 августа. И на протяжении августа, сентября есть плоды. До заморозка будут плоды. Вот такие вот цветочки мамбардики. Желтые. Как, ну, наподобие как у огурца. Плоды. Сейчас я пройду, покажу вам другой сорт мамбардики. Там есть спелый плод. В плодах находятся красные ягоды. Пока иду, расскажу. Вот эти ягоды сладкие. Вот. Эта мамбардика, разновидность называется бальзамическая. Вот раскрывшийся плод. Ну, мы возьмем вот созревший. Вот, смотрите, недозревший плод. Это созревший. Вот он откроется сейчас. И тут красные ягоды. Видите? Эти ягоды сладкие, как вишни, можно кушать. Оставлять только косточку. Косточку можно использовать, высушить, и потом на кофемолку ее перемалывают и едят утром. Именно в семенах больше всего целебных, так сказать, свойств. Вот такой вот семечко такое. В общем, то, что я вкратце вам скажу, знаю, это 5 семян перемолоть на кофемолку, этот порошочек выпить, запить водой и через 15 минут покушать. И так каждый день. Там, в течение 2 недель вы попьете, и уже будет улучшение при сахарном диабете. Вот еще зеленые плоды. Это мамбардика бальзамическая. Покажу еще вам третий сорт, который называется
китайская длинная гвардика, разновидность харантия. Вот такой вот плод, бугорчатая. Сейчас, к сожалению, спелых нет. Вот это один куст, огроменный вырос. Здесь я уже немножко холодом ударила их, потому что ночью 6-8 градусов. И вот еще плод, смотрите. Это 20 сантиметров длиной. Внутри при созревании плод будет желтый, внутри такие же красные ягоды, коричневые семена, ягоды сладкие. В общем, набирайте в поисковике мамардика, полезные свойства, рецепты лечения, и вам покажут много рецептов. Ну, мамардика помогает, это однозначно, потому что ее давно продают. Многие получали семена и пишут, что очень хорошо себя чувствуют, намного лучше при сахарном диабете. Отказались даже люди от таблеток. Делают настойку, кушают семена, там плоды тушат, на пару приготовляют, там всякие консервируют, листья кушают, стебли. Очень много рецептов, как все правильно это делать. Все есть в интернете. Я же говорю, я не занимаюсь именно лечением мамардика, я только ее выращиваю и продаю семена. Затем, как лечиться, это уже ищите в интернете. Я думаю, там есть и знахари, которые все рассказывают это. В общем, если вам нужны семена, под видео есть ссылка на наш сайт. Там есть каталог, по каталогу можно заказать будет семена. Наша электронная почта, пишите, ответим на вопросы, которые вас интересуют. Самое главное, что я показываю, это она растет прекрасно на Украине. 23 сентября, когда, вот видите, тут были арбузы, уже все убрали, убираем, готовим под зиму. Сорняки вот убрали, осталось спалить, а мамардика стоит, растет. Так что сажайте. Очень полезное и крутое растение. До новых встреч!